изумительно. Просто чебурашка мусорок. Идем, друзья. Мы с вами на метро. День сурка. Но типа написано 20 минут идти. Ладно, пойдем. Там возьмем такси. Такая же ситуация. Я пришел в школу, где... Есть у меня некоторый сдерживающий фактор, чтобы идти в те гости, в которые я, в общем-то, приглашен. Но мне нужно снимать, мне нужен материал, который в следующий раз я могу не добыть. Это елка изумительная. Вот, казалось бы, нормальная электробудка. Нет, на ней вот эта московская надпись налеплена. Отвратительно. Тительно, тительно, отвратительно. Вы скажите мне, напишите в комментариях, сейчас кому-то дают или нет вообще из мужчин. Вообще мне хотя бы знать. Мне кажется, никому. Если что, ты программист, да? Люблю смотреть, как народ сам себе роет могилу. Все гости, поедем на дачу, как пел Шнур. В руке лопаты, хуячу, хуячу. А мы двигаемся по благоустроенному. Понимаешь ли? Шоссе. Пешеходное шоссе, друзья. Так мы озаглавим этот видос. Да, завидую этому седлу у велосипеда. Да, то ли еще будет, друзья, то ли еще будет.